Меня интересует, вот кто-нибудь мерял вот это вот излучение? Нет, это вот качается маленький металлический. И вы померяете излучение. Может, вопрос нет, вы это все фантомник. Это есть физически. Нет, это есть, это вы говорите, что есть, а может его нет. Я думаю, что нужно же померить. Я думаю, что все есть. Но вопрос в сравнении с тем, что вы пренебрегаете. Например, вы пренебрегаете, говорите, мы пренебрегаем диссипативными эффектами. А они, по-видимому, должны быть существенно выше, чем вот электричество. Вы знаете, очень просто. Если взять, например, вакуум, то там диссипацию трения воздуха учитывать не будет. Но если даже учесть взаимодействие с воздухом, время где-то 10/6 оказывается. Для маятника, когда мы все сделали, 50 килограмм. В нашем случае время синхронизации примерно 10. То есть не успевает остановиться за счет трения. То есть происходит сначала синхронизация, потом ближе. Там же подкачка есть энергии. Да. В часах этот маятник все время кто-то толкает. Потом. Хорошо. Ну просто действительно докладчики не заставляют динамичные действия. Но мы есть конференции, поэтому обязательно говорить. Благодарю, товарищ докладчик.